Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим бедро индейки в мультиварке. Для приготовления нам потребуется бедро индейки. У меня вес бедра 700 грамм, ну примерно на 700-800 грамм рассчитывайте. Также нам потребуется смесь перцев, сладкая молотая паприка, лучше взять копченая, более ароматно получится. Столовая ложка подсолнечного масла и соль. Итак, к мясу добавляем специи. Я взяла чайную ложку. Паприки можно взять 2 чайные ложки, она придаст еще цвет и аромат. Можно без горки. Добавим соль. Соль я добавляю чайную ложку, но с горкой. И добавляю примерно столовую ложку подсолнечного масла. Теперь необходимо все хорошо втереть в кусок. Просто специи, соль все перемешиваем. Благодаря маслу у нас хорошо все распределится. Все-все части промазываем мясо с двух сторон. В саму чашу мультиварки ничего не наливаем. Кусок мяса, промазанный со всех сторон, аккуратно кладем в чашу мультиварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка. Это у меня ручной режим. У кого-то это мультиповар. При температуре 130 градусов 1 час. Через 30 минут мясо необходимо перевернуть. Итак, прошло 30 минут. Теперь аккуратно переворачиваем мясо на другую сторону. Смотрите, часть жидкости выделилась. И запекаем со второй стороны. Время истекло. Ну что, мясо получается очень сочным, очень вкусным. Давайте нарежем его. Мясо вкусное как в горячем, так и в холодном виде. Поэтому можно есть как сразу, так и подождать, когда оно остынет. Можно использовать в качестве горячего, отлично также подойдет и для бутербродов. Мясо получается очень сочным, оно отлично сочетается со свежими или маринованными овощами. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!